Для новогоднего настроения пассажиров в областном центре начал курсировать праздничный автобус. Сотрудники Владимир-Пассажиртранса украсили подвижной состав как снаружи, так и в салоне. Гирляндами, снежинками, мишурой и новогодней аппликацией. В новом образе перед пассажирами предстанет экипаж автобуса. Водитель на эти дни будет в одежде Деда Мороза, а кондуктор превратится в Снегурочку. Отмечу, что сотрудники предприятия впервые наряжают автобус. До этого по городу Владимиру курсировал новогодний троллейбус, украшенный праздничной иллюминацией. К слову, он в ближайшие дни тоже выйдет на кольцевой маршрут номер 8.